Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такого бычка, и в практическом применении этой приманки увидел, насколько эффективно работает вот такой меховой хвостик. И я решил, используя вот это удачное решение при изготовлении бычка, изготовить немножко другой стример. Этот стример уже был опробован, и исходя из уже тех изменений, которые необходимы для рыбалки, мы его с вами свяжем. Я вначале намотал немножечко вольфрамовой проволоки, промазал клеем, чтобы она подхватилась. Теперь промажу еще цевьё. Вяжем мы, как вы заметили, на офсетнике. И дополнительно, буквально пару миллиметров отступив от жала, может быть 5-6 миллиметров от его начала, я ровным слоем поверх уже намотанной проволоки вольфрамовой наматываю свинец. Свинец где-то 0,7-0,8. Больше не пытайтесь, потому что за счет увеличения массы игра приманки несколько ухудшается. Она плюхается камнем на дно, и получается, что нет того парения, которое рыбка обычно при кормлении производит. Дохожу приблизительно до самого загиба площадочки и свинец отрезаю. И теперь окончательно промажу хорошо клеем и ниткой подровняю всю площадочку. Подровняли площадку, и в месте, где у нас будет крепиться наш хвостик, я беру мех красного песца, красный мех песца, и отрезаю вот такую небольшую кисточку. Приблизительно, если по толщине, где-то с ампулку. Убираем подшерсток. Не выбрасываем, он нам сейчас пригодится. Подравниваем и удаляем все, какие у нас есть поломанные. Толщина не должна быть очень большой, так как вот эта часть у нас будет выполнять роль анального плавничка. И, промазав хорошо клеем, крепим. Стараемся сильно не заходить в сторону загиба. Я вот так вот одеваю на цевью, так чтобы у меня он равномерно, и подхватываю. Пока окончательно не приматываем, оставляем вот в таком положении. Пока клей наш еще не схватился, вот остаток этого нашего подшерстка, который имеется, мы сейчас в точке крепления наших плавничков с вами сделаем даббинговую нить. Если у вас имеется другой какой-либо синтетический даббинг, пожалуйста, используйте. Это не столь принципиально. Просто у меня правило, что материал, который имеется, он должен быть полностью использован. Для небольшой привлекательности я добавлю совсем немножечко щепоточку вот такого блестящего даббинга. И здесь же
хорошо, теперь окончательно уже прихватим, сформируем небольшой вот такой здесь шарик. И теперь я подготовил, так же как и с моим бычком, вот такой кусочек шкурки, но мех подстриг по форме той, которая мне необходима для создания моего стримера. В дальнейшем вы потом все поймете, когда он будет готов. Я беру немножечко теперь еще клея. Сверху наношу вот так на место крепления. Хорошо промазываю еще наше тело будущее. Отверстие я уже для крепления подготовил. Снимаю крючок. И одеваю хвостик. И желательно, чтобы по всей длине, вот так обхватывая, остаток его подхватить. Давайте начнем сначала. Вот так, да. Подхватить, проклеили, промотали и вернулись к нашему загибу. Здесь у нас за счет того, что мы элементы не крутили, у нас получается минимальное, как вы видите, забрали мы расстояние. То есть, покажу еще, наш мех становится вот в такое положение, и дальше ни один элемент нам не мешает для нормальной поклевки. Можно немножечко дальше, ближе, но это уже не столь существенно. Оставили в таком положении. Для крыла я взял вот такой кусочек небольшой шкурки, которая используется для вязания зенкеров. Вместе крепления промажу клеем. И закреплю мех. Буквально в одной точке, сильно не усердствуем, так как здесь нам лишние намотки абсолютно не нужны. Пару-тройку оборотов вполне достаточно, так как наш мех и без того будет хорошо держаться с помощью клея. И здесь же также, опять же, прикроем наше место, где мы промотали ниткой. Пока мы не закрепили окончательно еще наш даббинг, для крепления тела вы можете закрепить леску, проволоку, все, что вам будет угодно. Но учитывая то, что у меня длина крыла будет небольшая, и я потом в дальнейшем буду садить на клей, я не буду крепить мех дополнительно. Добавим еще немножечко блестящих наших элементов, любого приемлемого для вас цвета. Вот я взял немножечко розового. И теперь окончательно вот до этой точки мы с вами проматываем. Вот как раз достаточно. Теперь для дальнейшего формирования тела я буду использовать обыкновенную тесьму. Можно взять зеленого цвета, оранжевого цвета, какую вы сочтете необходимым. Но учитывая то, что, допустим, я делаю в немножко
необычных тонах. Давайте возьмем вот такую розовую. Здесь я прихватываю свою синель. Не сегментирую, ничего не добавляем. Промотаем немножечко еще наш мех и доходим до загиба. Слегка промажем мех. Синель без того у нас крепкая, но для того, чтобы зубы хищника не порвали ее раньше времени, посадим лучше ее на клей. И слегка подкручивая, для того, чтобы она у нас шла ровными витками, проводим намоточку аж до почти самого загиба. Простите, до колечка. Дошли приблизительно до 2/3 цевья. Здесь для того, чтобы моя синель никуда не убежала, я ее подхвачу обыкновенным вот таким зажимом и отведу в стороночку. И здесь я закреплю два плавничка. Для этого я возьму мех помягче, но немножечко другого оттенка. Вот такого тоже розово-абрикосового. Возьму приблизительно пучочек так, чтобы у меня соответствовал моим размерам. Ну, вы уже сами примеряете, как для вас оно будет смотреться. Толщиной ампулку больше, меньше. Экспериментально подберете. Обязательно удаляем подшерсток для того, чтобы наш мех, закрепленный в качестве плавничков, был достаточно подвижен. Вот у меня вышло приблизительно по толщине как ампулка. И теперь я здесь это все креплю. Крепить я буду вдоль тела, длину подбираем экспериментально, ну приблизительно так, чтобы было до нашего загиба. Вдоль тела вот так подхватили и оставили. Берем второй пучочек и точно так же его подготавливаем. Посмотрели, примерили, подровняли их по длине и вдоль тела также здесь крепим. Подкрепили, посмотрели, вот оно выглядит у меня вот так примерно. И теперь я окончательно, можно восьмерочкой, можно не восьмерочкой, все равно дальнейшая намотка нашей синелью все поставить на свои места. Мех я не подрезаю, так как мы наоборот здесь еще будем добавлять. Промажу место крепления. Прям к основанию меха, для того, чтобы хорошо скрепилось телом. И теперь я беру опять свою синель и окончательно доматываю до колечка.
Как вы видите, я приостановлюсь. Плавнички у нас вышли симпатичные на своих местах. И синель наша как раз здесь хорошо их прихватила. И здесь прихватываем нашу синель окончательно. Для изготовления самой головы я буду использовать метод наращивания в одной точке, вот используя вот этот загиб, для того, чтобы мы могли закончить крепление меха и на уровне этого загиба, который нам не очень здесь подходит, мы могли приклеить потом глазки. Даббинг давайте мы возьмем по цвету, наверное, все-таки красный. И окончательно здесь доделаем нашу голову. Пока никаких блестящих элементов не добавляем. Просто даббингом забиваем то пространство, которое нам необходимо подготовить для изготовления головы. И вот так, используя одну точку, я здесь начинаю формировать уплотнение. Добавим еще. Подмотали немножко меха, даббинга, до места, где наша будет голова. Я подкрасил нить, немножко ее проклею и будем первый раз крепить наш мех. Для того, чтобы он у нас более надежно держался, я еще дополнительно возьму, промажу нашу шкурку хорошо. И немножко нанесем на нить. Аккуратно так, чтобы волоски не попали к нашему клею. Поправим плавники, все поправили. Прикладываем нашу шкуру. Вот так. И здесь мы сделаем парочку оборотов для того, чтобы подхватить хорошо наш мех. Вот так. И теперь я промазываю немножко еще нитку клеем и здесь делаю завершающий узел. Возьму теперь другую красную нить, которая покрепче и будет у меня уже формировать головку. Подбираем, сколько нам нужно меха, прикрепим нить.
И здесь окончательно уже закрепим нашу шкурку зонкера. Так. Для того, чтобы не было вот здесь всевозможных некрасивых горбылей, я обычно использую вот такую тактику. Беру, промазываю нитку клеем. Хорошо. Здесь делаю парочку оборотов. Подворачиваю вот так шкурку. И уже здесь по самой шкурке я произвожу намоточку. Остатки теперь аккуратно удаляем. Нам остается только сформировать головку и приклеить глазки. Мы приклеили глазки. Я вскрыл немножко лаком головку. Придется еще неоднократно, чтобы хорошо лак впитался. И у нас получилась вот такая довольно-таки привлекательная рыбка, которая хорошо себя ведет в воде за счет вот этого подвижного хвостика. Если вам по каким-либо причинам не нравится там расцветка, лето, пробуйте, подбирайте плавнички, тело, экспериментируйте. Благодарю за внимание. До скорых встреч. До свидания.